Этот юнец себя еще покажет и покажет самым лучшим образом, но пока что уже в первом перерыве вратарь синих не устоял перед его броском. Буллиты, с них и стартовала первая пауза. Узнал за минуту, что бью буллит, и сказали, придумай что-нибудь. И как-то само сразу, клюшка маленькая, тут ребенок, и взял у него и пробил. А что касаемо игры, ну, хорошее мероприятие, добротное такое. Это должно быть почаще происходить, чтобы привлекать и болельщиков, чтобы связь была между болельщиками и игроками. Это сплачивает, и в дальнейшем это будет легче выступать команде, помогать это будет. К буллитам подошли с креативом. Это был не единственный сюрприз. Вратарь Иван Касутин вышел в роли нападающего, чем очень порадовал зрителей. Первый период завершили в ничью. Очки набирали в перерыве после буллитов в круги на скорость. На старт! Внимание! Марш! Арена Победы! Проявили себя и профи, и любители. И все же симпатии болельщиков остались на стороне главной команды. По итогам синие вели 3-1. Белые ринулись исправлять положение дел. Ну, серьезный разговор в раздевалке. Поговорили с ребятами. Сказали в строгой форме, и сами видите, результат налицо. Проигрывали 3-1, сейчас вот 4-4, сумели сравнять игру. Много новичков в команде, вот особенно порадовал. Юный форвард ваш, планируете на просмотре сейчас? Ну да, что-то напоминает Дэна Секстона, и номер у него тоже такой же. Здорово, но это вообще звено здорово выглядит, они больше всех голов забили в нашей команде. Шансы какие у ваших, у белых? Большие шансы. И стоит отдать должное, это у них получилось. Конкурс снайперов продолжил шоу-программу во втором перерыве. Состязались здесь и голкиперы. Брат на брата. Аранкулов против Каратаева. Решающий период стал поистине зрелищной кульминацией встречи. Много бросков, много борьбы. Даже 7-летний Данил успел сцепиться с профессионалами. Мне очень понравилась игра. Я готовился к этой игре очень хорошо. Спасибо болельщикам, что поддержали меня. Кто сегодня победит? Болельщики. Счет на табло планомерно приближался к двузначному. Каково это играть у Назарова в команде? Хорошо играть у Назарова в команде. Дисциплина, все в порядке. Назаров, какой тренер? Как его можно передавать? Отличный тренер. Голова, мужик. Тем не менее, интрига того, кто же станет победителем, сохранялась до самого конца. Я болею за синих, потому что они уже играют давно в КХЛ. Как вы думаете, кто выиграет? На данный момент, думаю, скорее всего, на буллиты выйдем. Болельщики сегодня не возьмут свой. Ждали буллитов и получили. Но был он один. При счете 10-10 за одну секунду до финала время остановилось для решающего броска. Забил гол, отдал передачу и устроил потасовку. Хэт-трик Горди Хоу на свой счет записал Данил Зиновьев. Болельщики победили со счетом 11-10. Как вы считаете, удалась ваша идея с матча против болельщиков? Как все прошло? Ну, безусловно, на мой взгляд, удался. Видеть эти улыбки ребят, болельщиков, все рады. Это была основная наша задача — сказать болельщикам спасибо. И ждем их на следующий сезон. Я думаю, ребята также их будут радовать. Зрители вышли на лед. Кто-то, чтобы сфотографироваться с любимым хоккеистом, кто-то, чтобы взять автограф. А самое главное, каждый хотел поблагодарить команду за тот праздник, который она подарила всем пришедшим на Нефтехим-арену в тот день.